Книга «Открытым оком», том 1, тема «Крещение», вопрос 83. Что будет с оглашенными, если они умрут, не приняв крещение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Конкретно на этот вопрос Библия не отвечает. Можем составить ответ из поэтапного рассмотрения. Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. «И сказал им, идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Без веры во Христа, как своего Спасителя, никто не спасется». Иоанна 3,18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия». Евреям 11,6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Иеремия 29,11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». 1 Коринфянам 4,5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Евреям 4,12. «Ибо Слово Божие живо и действенное, и острее всякого меча, бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Без крещения спаслись многие, а без веры ни один. Просите Бога, чтобы не умереть».